Место я нашел эту деревню. Так, мои деньги не тут. 6000 только. Телефон. Алло. Да. Я дошел до города. Чё, куда вы говорите мне идти? До дома. Ага. Угу, понятно. Что ничего не понятно мне. Еще мне столько вещей я притащил сюда. Эх, это полный ужас. Так. Вот и мой домик. Тут у меня сосед живет. О, тут мы даже можем вместе тут сидеть. А вы же мне говорите, что будет пол, второй этаж. А, я не в тот дом зашел. Ну, понятно, извиняюсь. Я вообще извиняюсь, а какой они из моих домов? Там вообще две двери есть. А, у меня дом не с одной двери, а с двумя. Ага. Этот? Да, этот ваш. Ну, тут же даже второго этажа нет. Куда вы заходите? Вот такие двери. А дубовые. А где мой дом? Тут столько домов. Тут даже непонятно, где чей. Вы видите тут это? А, вы молодец, вы нашли с решеткой. Какой-то из этих домов вроде бы ваш, не с решетками, который. Это рядом ваш дом должен находиться. Так. Ну зачем я только продавал этот дом? Не вообще вроде разноцветные балконы. Да-да-да, по-моему, белый ваш. Так, ребят, короче, его не можем найти наш дом. По-моему, это наш дом. Да, вы как раз нашли свой дом. Правда, на нем тут недостроенный второй этаж есть. Вам надо сделать ремонт. Ну ладно, ребят. Я включусь, когда я сделаю себе ремонт. Ребят, с вами я, Романов. Точнее, это продолжение моей серии. Ведь я вам покажу сейчас ремонт своего дома. Вот вы видите, такой вот два стульчика и стольчик, раковину, наковальню. И, конечно же, плиты. Вот тут у меня
книжная полочка. Ну а тут у меня мой телек. Давайте дальше. Идем. Тут у меня моя комната. Ну тут я просто сплю. Еще у меня есть третий этаж. Но на нем ничего пока нету. Это пока, потому что еще не все мои вещи приехали. Скоро мой стол, мой компьютер приедет сюда. Все это сюда скоро приедет. Так что ждите пока. И, кстати, ребят, я с очень хорошим человеком подружился тут. Он мой сосед, он в этом доме живет. Но его пока дома нету. Он ночью вроде бы приходит. Так. Ну что ж, ну нам можно будет, пожалуйста. Ну что ж, ребят, это еще не конец серии. Скоро привезут мои вещи. И мы включим, продолжим нашу серию. Я закончил свой ремонт. Первое, что я покупал, это шкаф со своей одеждой. Второе, что я добавил в комнату, это ванная. Ну и туалет себе тут построил я. Эх, это же. Чё? И вот мой компик любимый. Была первая серия моего сериала. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Эрманов. Всем пока. Вторая серия скоро выйдет.